Ой, в общем, я такая прям с этой Матильдочкой. Сейчас Матильдочка гуляет. В общем, загружаю на мою страницу. 20 часов, 29.07.2018. Своеобразный юбилей. Вы знаете, сегодня такой своеобразный юбилей. Но это, наверное, только там эти знают отдельно, кто знает. Сколько уже лет прошло, очень много лет прошло. Ну, вы понимаете, да? Своеобразный юбилей у меня. В день военно-морского флота. Ну, наверное, возможно, конечно, он забыл. Вы спросите у Глеба, он должен знать, такой мужчина. Познакомила я его в свое время, когда еще училась на юрфаке. Меня с ним познакомил Юрий Кириллович Толстой. Пришла я на кафедру гражданского права, увидела такого импозантного молодого человека, чернявый, в костюмчике. Ой, ну вы понимаете, да, Юрий Кириллович, смотрю, там Юрий Кириллович. Потом подошла к Юрию Кирилловичу, говорю: Юрий Кириллович, познакомьте меня. Это кто? Он сказал: Татьяна, не надо, не надо с ним, не надо с ним. Лучше с Антоном Александровичем, вы понимаете, да? Я это уже вам писала. Так что вот. А потом я Глеба познакомила, когда уже с ним познакомилась, потом я познакомила его с Димой Шишкиным, с которым я вместе в одной группе училась. Вот. И они, я так понимаю, когда я к Диме приехала на таможню, растаможить мой контейнер в каком-то 2008 году, ну, я смотрю, там Дима с Глебом разговаривает. Сколько лет прошло, то есть они, я так понимаю, там друзья, приятели или как. Так что вот, вот такие вот дела. Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин, это я. Видео загрузилось, сейчас я вам его опубликую. Опубликую. Вот. На моей странице. Сейчас нажимаю. Нажимаю опубликовать. Опубликовать. Ну, вот оно.